Площадка построена инвестором совместно с городскими властями и общественными организациями. Идея пришла руководству предприятия в августе прошлого года. Подходящее место нашлось на территории храма трех святителей, где уже давно действует коррекционный центр «Жемчужинка». Поблизости расположены несколько общественных организаций, работающих с людьми с инвалидностью. Это важно и нужно, это социальная активность бизнеса. Мы должны не только получать прибыль, но и частью этой прибыли, я думаю, делиться со всем городом, в котором мы работаем. Это у нас четвертая уже площадка. Одна площадка у нас в Тольятти, три вот теперь в Самаре. И первая в Самаре инклюзивная площадка. То есть мы планируем дальше каждый год открывать новые и новые площадки. Здесь на горку можно заехать на коляске и в песке поиграть, не вставая с нее. Покрытие искусственное, мягкое, качели безопасные и удобные. Это создание большего количества движений для детей. А движение – это лучшая реабилитация, которая только может быть. Поэтому здесь они могут получить комплекс и эмоциональной поддержки, и разрядки, и почувствовать себя детьми, потому что, вы знаете, очень большая проблема у детей с особенностями, их родители просто залечивают. Они хотят вложить в них все, и постоянная реабилитация. У детей нет детства. Марина Обыденова своего сына Диму лишать детства уж точно не хочет. Вот только места, где он мог бы свободно поиграть со сверстниками в городе, отыскать трудно, признается она. Также классно, я сомневаюсь, что мы можем где-то найти. Есть, конечно, пару каких-то площадок, но там для нас совершенно нет развлечений. Хочу выразить огромную благодарность вот за эту вот площадку всем организаторам, всем, кто принимал участие в этом. Это вообще очень здорово, нам здесь очень нравится. В рамках церемонии открытия малышне предложили не только обжить спортивные игровые комплексы, но и пообщаться с любимыми героями мультфильмов и стать моделями для аквагрима. Светлана Стрибкова, Сергей Костин, новости губернии.